Эпидемия коронавируса доказала, что у сферы онлайн-продаж огромный потенциал. Сегодня даже автомобили реализуются посредством интернета. Но это направление только начинает развиваться, а потому у многих представителей отрасли и покупателей возникают вопросы. Самые актуальные из них эксперты обсудили в рамках пресс-конференции, организованной компанией «Автомама». У нас у всех разное восприятие слова «онлайн». Вот мы в «Автомаме» считаем, что онлайн – это когда ты выбрал онлайн, оплатил дистанционно, и тебе привезли автомобиль. И мы как раз вот это хотели показать, что вот такой процесс, мы все к нему стремимся, но еще практически никто к нему не пришел на рынке автомобилей с пробегом. Не секрет, что услугу онлайн-покупки новых автомобилей в том или ином виде сегодня предлагает ряд автопроизводителей и официальных дилеров. Зашли на виртуальный рынок и несколько компаний, специализирующихся на подержанных машинах. Однако им приходится гораздо труднее. То есть такой процесс, он проще, потому что покупатель верит бренду. И он понимает, что автомобиль новый, не должно быть вопросов, кроме редких исключений. Совершенно другая ситуация с рынком автомобилей с пробегом. Дело в том, что из там, 5 с лишним автомобилей миллиона с пробегом, которые продаются в год, официальные дилеры продают меньше 20%, всего 17%. То есть все остальное продается, минуя официальных дилеров. В настоящее время процесс онлайн-покупки автомобиля все равно сводится к телефонным разговорам. Клиент оставляет на сайте заявку, после чего с ним связывается менеджер. Заключать сделки через интернет можно будет лишь через 2-3 года, считают эксперты «Автомама». Когда появятся необходимые технические решения, а доверие покупателей возрастет. Сейчас люди хотят в первую очередь получить полную информацию об автомобиле на сайте. И наши как раз там работы, то, что мы сегодня презентовали, это как раз демонстрация тех, так скажем, инициатив, небольших инноваций, которые мы сделали, чтобы сделать выбор автомобиля на сайте максимально простым. То есть мы там добавили VIN-номер, мы дали фотографию ПТС. Повышение лояльности клиентов – приоритет «Автомамы». Для этого компания не только внедряет инновационные технологии, но и развивает свою розничную сеть. К 2024 году фирма планирует открыть представительство во всех городах-миллионниках. Объемы продаж «Автомамой» пока невелики – порядка 250-300 машин с пробегом в месяц. Впрочем, компания за цифрами и не гонится. Главное – это тщательно проверенные автомобили и максимально выгодные условия кредитования для клиентов.